Адразу два подарунки. Новенькие транспортные сродки атрымали жыхары Новагрудского района. Аутопарк межгалинового центра для забеспечения деятельности бюджетных организаций пополнился автобусом. Специализованный автомобиль худкой и медицинской допомоги поступил в распоряжение Новагрудской центральной районной больницы. Новогрудская центральная районная больница, 4 поста скорой медицинской помощи, 6 автомобилей. На сегодняшний момент автомобили делятся на 3 класса. Класс А – это автомобили для эвакуации, класс Б – это автомобили скорой помощи, и класс С – это реанимобили. На сегодняшний день в нашей эксплуатации был один автомобиль класса Б и 5 класса А. Наш автопарк пополнился еще одним автомобилем класса Б. На данный момент у отделения местной больницы дежурство несут 4 бригады худкой медицинской допомоги. За один день врачам доводится обслуживать у среднем около 32 выкликов. У зимовый период их становится больше. Отриманная спецмашина класса Б позволит сделать працу медиков не только больше мобильной, але и повысить ее уровень. Чем отличается класс Б от класса А? В первую очередь, это комфортом, это условиями работы медицинским сотрудникам, это комфорту пациентам. Те задачи, которые стоят перед персоналом скорой медицинской помощи, в полной мере можно выполнять в автомобиле класса А, в котором есть и кондиционеры, есть и отопитель автономный. Самое главное – газообеспечение, 220 вольт выведены. Мы можем подключать современное оборудование, дыхательное, гемодинамическое, дозаторы шприцевые, любое оборудование и в автономном режиме, а также можем подключаться к существующим источникам питания. Еще одним чаканым подарунком для малых и дорослых новогрудчан стал школьный автобус. Щодня у районе подвоз детей от дома на учебу и наоборот ожидают 14 машин по 40 маршрутах. У среднем перевозилось около 380 человек – детей, батьков, работников установ эдукации. На подвозе находится 385 обучаемых и воспитанников. Подвозятся из 102 населенных пунктов. Приобретение данной транспортной единицы является огромной помощью и подспорьем для подвоза детей и позволит более качественно и быстро доставлять их к месту учебы. Специализованный транспорт был набыты за сродки районного бюджета. Как прогучало на церемонии, эффективная работа экономики и выполнение бюджета дозволит обновлять парк автотехники и у інших установок социальной сферы Новогрудка.